А воспитанники Академии Коноплева одержали победу на всероссийском молодежном футбольном турнире. В финале нашей команде противостояла сборная Москвы. Спортивное сражение шло по самым бескомпромиссным правилам. Победители чествовали сегодня в стенах родной Академии. Николай Козлов присоединился к поздравлениям и узнал секрет их успехов. Кого такой, пожалуйста, 1-1! У нас совсем другая игра, друзья. Гол воспитанника Академии Коноплева Ивана Шалоникова перевел решающий матч финального турнира первенства России между сборными идущими командами субъектов в серию пенальти. Драматичная серия 11-метровых завершилась победой Приволжья. Саша Богомолов, капитан сборной, вспоминает: матч, да и весь турнир в Сочи были крайне непростыми. Конечно, это был последний турнир, все хотели показать себя на высшем уровне. Но у нас получилось это, как бы, можно сказать, лучше всех. Вот мы и победили. Как оказалось, у тренера команды свои секреты работы с подрастающим поколением. Главное, говорит Юрий Елчев, правильная мотивация и целеустремленность. Почему, как вот это удалось? Ну, я думаю, то, почему удалось, мы хотели и шли весь год к этому турниру, готовились, потому что это последний турнир этой команды, и хотелось бы сыграть достойно. То есть весь год мы целенаправленно именно готовились к этому турниру. Команду победителя чествовали на традиционном подведении итогов года. Ребята в полном составе попали в состав Dream Team Академии 2016. И на конкурсах доказали свое право на это звание. Николай Козлов, Александр Каракулько, Новости губернии, Ставропольский район.